Добрый день, немного не пойму про грин-карт. Когда проходит собеседование с консулом, надо оплатить консульский сбор на каждого члена семьи, в нашем случае их пятеро. Еще писали о том, что надо оплатить доставку паспорта с визой и за выпуск самой грин-карт, но нигде не написано, эти платежи будут тоже с каждого члена семьи или нет. Просто для понимания надо. Консульский сбор у нас 330 человека, доставка паспорта около 200, выпуск грин-карт 220. По аренде жилья. Сложно ли иностранцам для иностранцев арендовать жилье? И на каких сайтах можно посмотреть сдающиеся дома и квартиры? У мужа есть российское водительское удостоверение. Можно ли по нему работать в Uber или с ними не возьмут на работу? Спасибо огромное за ответы. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Только что я вам зачитал вопросы одного из своих подписчиков. И сейчас буду на них отвечать. Сначала были вопросы, потому что я стоял на светофоре и, так сказать, без приветствия быстренько постарался их зачитать, чтобы не обращаться более к телефону, не нарушать правила дорожного движения и не отвлекаться от процесса вождения, так сказать. Сегодня у нас среда, 9:27 утра. Я только что высадил Маришку, у нее первый урок география сегодня. Дети уже в школе, уже они полтора часа как учатся, вот. А я гонюсь на океан, потому что по средам у меня пробежка на океане. Вот. Это классно, это мне нравится. И, в общем, вот как я вам и сказал, пока я буду ехать, я постараюсь ответить на эти вопросы. Вот, подобные ответы уже были на нашем канале. Если вы хотите очень подробно узнать про Uber и про Lyft, про другие виды работ, посмотрите, не так давно это видео выходило. Вы там можете все это прослушать. Вот. Ну, а на эти вопросы я сейчас быстренько отвечу. Так сказать, по крайней мере, что смогу вспомнить, потому что то, что касается грин-карт, это было немножко давновато и уже немножко, может быть, подстерто в памяти, но тем не менее. Значит так, что касается консульского сбора. По нашему опыту, мы проходили собеседование, интервью у нас было в Польше, мы проходили. И консульский сбор мы платили за каждого человека, члена семьи. В данной ситуации 5 человек, 2 взрослых, 3 ребенка. У нас была такая же ситуация. Сашка у нас тогда вообще маленький был. Ему было чуть больше годика. Вот. Нажимаю все равно на телефон. И мы, значит, заплатили за 5. Так. Не могу ничего сказать про доставку паспорта, потому что нам паспорт не доставляли. Мы паспорт должны были забрать прямо там же в консульстве. В другом отделении мы должны были переехать. Но там была проблема. В том году была проблема. И у нас не получилось забрать наши паспорта. Забирал их знакомый. Об этом чуть-чуть позже выйдет видео. Оно записано. Но нету времени его, так сказать, сложить и выпустить. Вот. Ну, тем не менее, по этому вопросу ответить ничего не могу. Скорее всего, я про такие ситуации читал. Я так понимаю, вы, скорее всего, в России. И я читал, что там доставляют вот эти вот Pony Express или еще что-то. Я думаю, скорее всего, вы будете платить за одну доставку. За 5 паспортов сразу, потому что как семья, они просто придут в одном пакете, вот и все. Я думаю, скорее всего, это будет так. И то, что касается оплаты грин-карты, за выпуск грин-карт. Мы все документы оформляли в грин-карт-центре. В центре грин-карт, наверное, так он правильно называется, в городе Минске. И да, мы платили за все 3 карты, потому что карта выпускается каждому. Мы платили прямо вот через центр, через этот, они нам помогали. И, в общем, это была их часть договора, контракта, называйте как хотите. В общем, все это мы сделали еще в Минске и платили за каждого члена семьи. Маленькое лирическое отступление.
Я по-прежнему ищу монтажера. Если среди вас есть кто-то, кто хочет делать влоги, кто хочет научиться влоги, или кто умеет это быстро делать, его это не обременит и прочее, прочее. В общем, об условиях мы можем поговорить персонально. Если у вас есть знакомый, который хотел бы этим заниматься, вы можете ему сообщить об этом, я буду вам очень признателен. В общем, нам нужен монтажер, чтобы влоги выходили чаще, чтобы вы их могли смотреть чаще. Потому что с началом этого учебного года дети стали старше, особенно Антошка пошел в среднюю школу, у него стала немножко нагрузка больше. У Маришки расписание изменилось, я тоже работаю, и, в общем, все это так закручено, что просто не хватает времени выпускать влоги. И вот на сегодняшний день у меня записана куча влогов еще с начала лета, и я их не могу выпустить, потому что я просто физически не могу их обработать. Этот влог я сейчас выпускаю, потому что, ну, горящие вопросы, срочные, и он будет небольшой, я его быстро сделаю. А есть такие влоги, которые надо разбивать на 2, на 3, над которыми надо, ну, немножко посидеть, немножко обработать, но у меня, честно говоря, не хватает времени. Я очень об этом сожалею. Есть информация, которой хочется поделиться, но извините. Поэтому, если у вас есть такие знакомые или вы сами желаете, еще раз прошу, обращайтесь, будем разговаривать. Я думаю, мы найдем общий язык, о чем-то договоримся, и всем будет весело, и влоги будут выходить. Вот. Значит, продолжаем дальше. По аренде жилья. Сложно ли для иностранцев снимать жилье? И на каких сайтах посмотреть сдающиеся дома и квартиры? Я не могу сказать за всю Америку, судя вот по тому, что я читал перед отъездом, о том, что я знаю сейчас. Например, я сравню с Нью-Йорком. Разница очень большая в съеме жилья в Нью-Йорке и у нас. И принципы, и схемы разные, и все отличается. Вот. Я буду рассказывать только за ту Америку, в которой живем мы, как это у нас происходит, как это произошло у нас, как я вижу это, может быть, сегодня. А вы уже или поищите дополнительную информацию, или опирайтесь на мою. То есть, ну, как говорится, с миру по нитке голому рубаха. То есть информацию надо собирать. Мы в свое время всю ее черпали, опять же, я буду рекламировать центр Green Card, у них есть свой сайт. Вот просто все, что мне надо было, я узнал оттуда, и я жалею, что я тогда не пользовался YouTube, потому что бы узнал гораздо больше. И это было бы, наверное, даже более интересно. Ну, по существу вопроса. Жилье снять сложно. Значит, первое, что я вам посоветую, есть такой сайт Trulia, есть у них приложение и для iPhone, и для Android телефонов. Вы можете его скачать, оно очень удобное, я не собираюсь его рекламировать, но я думаю, что это лучшее, чем мы пользовались. Там все очень понятно, и с тех пор, когда мы пользовались им 5 лет назад, оно стало наиболее, даже более интересным, более понятным, в нем добавилось больше информации, поэтому, ну, рекомендую, вы спрашиваете, я рекомендую. Приложение Trulia. Вот, значит, первое, на что вам надо будет обратить внимание, это на рейтинг школ и, ну, наверное, на криминальность района, но тут все связано. Чем выше рейтинг школ, тем меньше криминальность района, тем, соответственно, дороже аренда жилья. Вот. Поэтому не западайте на дешевое жилье, потому что если вы приедете в район с дешевым жильем, то у вас может быть испорчено впечатление об Америке. И очень многие, я думаю, уезжают по этой причине, что они приезжают не совсем в ту Америку, в которую они себе представляли свой приезд. Мечты рушатся. И, как говорится, шефу все пропало, гипс снимают. Поэтому не западайте на дешевое жилье. Маришка прислала сообщение, она сдавала тест по географии на прошлой неделе.
очень переживала за него. Вот, говорит, получила 4 из 5 баллов, так что это очень даже отлично. А общий грейд у нее сейчас по географии 104,2%. Еще одно сообщение. Общий понизился, вот она пишет, стал 101,1. Но это отличный грейд, больше 100% это A. Вот. Лирическое отступление. Значит, как снимают жилье у нас? У нас эти дома, которые вы сейчас видите, я их называю частный сектор. Около них часто стоит табличка, например, или продается, или сдается. Значит, вы берете телефон агента с этой таблички. Он вам помогает, возможно, даже не агент будет сдавать, возможно, даже этим будет заниматься сам хозяин. Но это редко. Чаще всего этим занимаются агенты по недвижимости. Значит, вы звоните этому агенту, он с вами идет показывать вам этот дом, потому что вы не можете просто так прийти и сказать, мы хотим посмотреть дом, в Америке так не принято. И уже все с этим агентом решаете, и все расходы, которые будут у вас по этому вопросу, закрывает сдающая сторона. Единственное, что вам надо будет заплатить как минимум месячную сумму, это так называемый депозит, или депозит, называйте как хотите, ставьте ударение, значит, на тот случай, что если вы там что-то повредите, более чем нужно износите, запачкаете ковры, стены, сломаете мебель, бла-бла-бла, вот. Ну и сколько надо будет заплатить, тоже зависит либо от билдинга, либо от отдельно стоящего дома. То есть могут взять вперед один месяц аренды, могут взять за 3, могут взять за 6. В нашем случае, когда мы снимали жилье, тоже это все было сложно. И мы сказали, что у нас есть сумма, которую мы можем заплатить за 6 месяцев вперед. Видимо, держателю, хозяину нашего билдинга это понравилось. Вот, и мы оплатили эту сумму, мы положили денежки, так сказать, на чек. Сделали их не кэшем, а чеком. Отдали этот чек. Это была сумма 9000. И, в общем, мы так вот заплатили за первые 9 месяцев, плюс 1 месяц депозит. И въехали в свой билдинг. Вот. Значит, другие дома, вот такие вот, как сейчас с левой стороны, всякие двухэтажные, трехэтажные, которые называются коммунити, там или билдинги, или там еще как-то, около них тоже часто стоит табличка, сдается, написано, что сдается, типа, например, одна двухбедрумная, или там сингл, или, например, студия, и сколько ванных комнат написано, и написано, телефон менеджера такой-то, апартамент менеджера такой-то. Вот тут вы можете напрямую, так сказать, ломиться в этот билдинг, идти в этот номер апартамента, где живет менеджер, или позвонить ему и говорить: привет, так и так, нам нужно жилье, мы имеем то-то, то-то, бла-бла-бла, чего там давайте будем делать. Значит, некоторые принимают, некоторые не принимают. Тут уже как попадете. Перед тем, как мы вселились, мы прошли 3 билдинга. Наверное, наш был 3-й или 4-й. Вот. В одном нам отказали конкретно, в другом нам дали такой application, называется бумажка, типа заполните все о себе там, заплатите фи $20 или $25, и будет вам, как говорится, счастье при рассмотрении вашего вопроса. Вот. Но мы туда не подавали application, мы дошли до нашего билдинга, где мы живем, и нам менеджер ответил, что да, я думаю, почти на 100%, что вас возьмут. Опять же, нам дали application, мы его заполнили, и нас туда взяли. Вот. Если вас не взяли, это фи $20-25 не возвращается. Значит, что надо для того, чтобы вселиться? Тут очень смешная и странная ситуация получается. Как бы для того, чтобы вселиться, надо, чтобы, конечно, были документы, надо, чтобы была кредитная история, надо, чтобы были чеки с вашего постоянного места работы за последние 2-3 месяца. И вот тут вот получается замкнутый круг. В нашей ситуации, когда мы приехали, у нас на руках не было ни грин-карт, ни social security number,
Никаких чеков, потому что мы только приехали. Вот. То есть ничего этого не было, и мы так и сказали. Единственное, что у нас было, это были деньги. И я думаю, что нам это помогло. Вот. Поэтому надо идти, надо пробовать. И что-то должно получиться. Вот. Ну, это будет нелегко, будут трудности. В принципе, патрули вы можете пытаться это делать прямо с той стороны океана. Вы можете начинать переписку, но, скорее всего, по приезду вам надо будет все равно заполнить этот application, заплатить фи. Я не знаю, можно ли это сделать, так сказать, онлайн с помощью приложения. Опыта нет. Но знаю, что многие, не многие, вернее, были такие случаи в практике, когда вот я читал сайт Green Card центра. Значит, я знаю, там были, наверное, две молодых семьи, которые снимали жилье себе прямо именно вот еще с постсоветского пространства, с той стороны океана. Вот, ну вроде бы все сказал, то есть вам надо будет заходить в эти билдинги, да, и значит патрули, например, вы можете, вот рассказываю по нашему району, вы можете определить себе район и просто обойти его или объехать, или выбрать конкретный адрес и поехать туда. Просто, например, вот когда я там детей завожу, ну, мы же где-то тут ездим, постоянно крутимся, мутимся туда-сюда, магазины. Очень часто вижу эти таблички, например, что сдается, сдается, сдается. То есть вот в такие билдинги сразу заходишь, спрашиваешь и вселяешься. Ну, или именно через Трулью искать, что сдается, где сдается, смотреть рейтинг, прозванивать. Или, если не прозванивать, то ехать по этому адресу, потому что адрес там, конечно, указан. Вот, это то, что касается сдачи, съема жилья. Да, что еще хочу сказать. У вас трое детей, значит, тут по любасу вам будут сдавать. Ну, я не уверен, что сдадут с одним бедрумом, с одной спальней. Это вряд ли. Скорее всего, вам будут предлагать как минимум две. Мы боялись, что придется снимать вообще три спальни, потому что... В общем, по американским меркам, сколько детей, столько должно быть как минимум спален плюс родительская. Но, если дети однополые, то их можно, так сказать, селить в одну спальню. Поэтому мы рассчитывали как минимум на три спальни. Ну, типа, одна для взрослых, одна для девочки и одна для двух мальчиков. По приезду мы пытались вселиться вообще в сингл. Это значит, когда кухня отдельно, ванна, туалет отдельно и одна комната. Это не спальня, это не living room, это просто вот это все. Вот. Но нам сказали, что извините, мы не можем. В том апартаменте жил наш друг. Вот. Мы пытались разговаривать с менеджерами, он их хорошо знал. Ну, они всячески нам мило отказали. Мы поняли, что жаль, затея плохая. Ну и в общем потом мы поняли, что хорошо, что мы туда не вселились, потому что там рент стоил $900, а сейчас мы снимаем за 1600. И вот, конечно, добавить эту разницу было бы очень тяжело, а переехать надо было бы, потому что, ну, жить в одной комнате впятером было бы тяжеловато. Вот. И поэтому, в общем, мы стали спрашивать одна-двухбедрумные, и вот на двухбедрумной нам повезло. Поэтому, ну, надо будет пробовать спрашивать. В данной ситуации, в вашей, скорее всего, тоже надо будет брать либо два, либо три бедрума. Конечно, желательно въехать в два, это будет побюджетнее на старте. Лучше сэкономить, конечно, на всем максимально. Но это мое личное мнение. Вот. Ну, вот, вроде по этому вопросу мы все порешали.